Новогодние чудеса продолжаются. 500 подарков от компании «Эврика» получают казахстанцы. Третий этап розыгрыша «10 новогодних чудес» начался в Таразе. Имена счастливых обладателей ценных призов определяет генератор случайных чисел. Я, как обычно, пришел в «Эврику» и купил товар для дома. Решил поучаствовать в розыгрыше. И вот выиграл телевизор. Спасибо. Желаю всем принимать участие. Я покупал в «Эврике» телефон для сестры и поучаствовал в акции. Теперь у меня есть новый телевизор. Очень благодарен. Стать участником акции от компании «Эврика» просто. Необходимо было приобрести товар в сети гипермаркетов с 10 ноября до 15 января на сумму от 50 тысяч тенге. В списке подарков есть и суперпризы – 10 автомобилей. Радостную новость первому обладателю иномарки сообщают по телефону прямо во время розыгрыша. Анаңызды барып, құшақтап тұрып, жақсылап құттықтап қойыңыз. Сіздің анаңыз «Эврика» компаниясының атынан Hyundai Accent ұтып отыр. Дәл қазір. Еще большее количество ценных призов ждет своих обладателей в других городах. Для того, чтобы каждый клиент мог вживую почувствовать атмосферу праздника, мы решили на этот раз провести розыгрыш в 6 отдельных городах. Первым городом, в котором мы провели розыгрыш автомашины Hyundai Accent, стал город Тараз. В последующем розыгрыши будут проведены в городах Туркестан, Кызылорда, Караганда, Алматы и Шымкент. Завершающий этап розыгрыша автомобилей от «Эврики» пройдет 11 февраля в Шымкенте. Среди участников не только шымкентцы, но и жители всей Туркестанской области.